Вітаю! Сьогодні ми запрошуємо всіх долучитися до творчого світу Олександра Шило – художника, мистецтвознавця, педагога. Кожна його робота створена, немовби виточеним режисером. І в цій виставі грають речі, люди, природа. Тож, долучаємось до містерії Олександра Шило. Олександр Шило – легендарна особистість у культурних колах Харкова. Його відданість місії служіння мистецтву викликає захоплення. Немов алхімік, Олександр Шило займається дослідженнями та експериментами у лабораторії образотворчої краси та гармонії, проникаючи в їхню сутність. Це чоловік, який виконує те, що йому предназначено Богом. Він есеїст, художник, учений, іскусствовед, культуролог. Це графік, тобто це чоловік-інтелектуал. З Олександром Шило Олександра Шиховцова пов'язує творче об'єднання «Буріме» – унікальна співдружність митців-новаторів, до якої належать заслужені художники України Олександр Лисенко, Олег Лазаренко, Валентин Грицаненко та інші. Професор Шило згадує зустрічі з буремістами у студії, де вони малювали, обмінювались думками, сперечалися відносно шляхів розвитку сучасного мистецтва. Професіональна підготовка, вона почалась в 76-му році, вот, почалась зі студії «Дома архітекторів», студії, яку дуже довгое время вів Ленчин, це була така легендарна студія. І от з цієї студії почалось розуміння того, що це не просто вот така, ну, так сказати, сфера деятельности, требующая ловкости рук, что называется, ну, то есть вот ремесла некоторой, некой наработанности, так сказать, ремесла, да, но помимо всего, это очень серьезная сфера интеллектуальной деятельности, интеллектуальной практики, понимаешь? И вот осмысление вот этой практики и наработка вот этого рукомесла, как принято говорить, вот, ручного, так сказать, опыта, вот они шли параллельно, и в этом смысле это в какой-то мере мне очень помогло и в моей вот, художественной практике, и в научной работе. Ювілейна виставка Олександра Шило, що проходить у Харківському художньому музеї, включає твори, присвячені студії, на яких можна впізнати друзів автора. Серед них Олександр Лисенко. Рідко, коли з каким-то чоловіком можна посоветуватися і поговорити насчет професіональної теми. От це такий у мене здержуватель, де коли я куди-то там ухожу, как бы он говорит, что Саша, ну ты вот это все хорошо, но это уже все, что было. Вот эта серьезность, вот эта планка, она должна постоянно держать у художника. Если он ее не будет держать, он скатывается вниз. И вот это его лекции, которые мы слушали, многое об искусстве я узнал, его метод даже преподавания, и он мне помогал в этой книге, когда я вот писал эти вот движения формы, цвета в пространстве, редактировал мне. Поэтому в жизни он мне, ну, много вот такого, помимо товарища, помимо художника, помимо критика, к которому я могу обратиться, и он мне скажет то, что другие не скажут, в принципе. Згадує зустрічі в студії і наймолодший учасник творчого об'єднання «Буріме» Олег Лазаренко. Його роботоспособність, його дисципліна, його таке упорство, то, що він там захистив і кандидатську, і докторську, і в середі, в основному, де тут дизайнери, дизайнерські, а у нього ще й образування архітектурне. Тому це придавало особий колорит. Відомий мистецтвознавець Олег Коваль в захваті від принтів, які присвячені студії. На принтах, на вот этих студийных экзерсисах воспитывается глаз. И, кроме прочего, студийное творчество очень типично для Александра Всеволодовича, потому что это непосредственно работа с натурой, это работа с предметом,
изображения. И это, опять-таки, тот средовой момент, который позволяет выявить пластическую задачу и обнаружить индивидуальный авторский метод, которым славится этот художник и искусствовед. Кожна зустріч Олександра та Олега – це блискавичний батл на тему мистецтва, у якому відзеркалюються знання та досвід, аналітика та інтуїція кожного з фахівців. Как искусствовед, он крупное явление, поскольку им теоретически охвачена почти вся фундаментальная история искусства, начиная от ранних форм средневековья, искусства нового и новейшего времени и современным периодом. Недаром в своих монографиях, а их у него десятки, одна из ранних работ – это «Пластика и текст в изобразительной деятельности», он вводит понятия канонической и неканонической художественной деятельности. Кроме того, что он описал и обосновал теоретические явления, такие как ситуация остранения в искусстве, как ситуация, связанная с непроекционным и проекционным типом творчества. Недаром он активно и, наверное, лучше, чем он, это никто не делал, описал творческий метод Виталия Николаевича Куликова, сродственного ему и по художественному мировосприятию, и по логике изобразительной деятельности. Олег Коваль вважає, що поєднання в одній особі таланту мистецтвознавця та художника – явище унікальне. І кожному, хто знайомиться зі статтями професора Шило і вдивляється в його образотворчі роботи, дуже цікавою є історія вибору мистецького шляху автора. Інтерес этот первый возник действительно очень давно. Вот то, что вот хорошо в памяти как-то запечатлелось и осталось, это папа принес из институтской библиотеки два тома Гробаревской большой монографии о Репине. Вот, это было мое одно из первых или первых вот таких серьезных искусствоведческих чтений. Вот, и было мне тогда лет... Ну, где-то 10-12, вот так вот. Вот. И вот это все как-то, ну, захватило, так сказать. И стало интересно этим всем заниматься. И с этим связано вот первое посещение музея здесь, и эти самые наши запорожцы репинские. Ну, одним словом, вот как-то вот очень органично получилось вот это вхождение. Експерименти та пошуки – стиль життя Олександра Шило. Він постійно працює над проблемами колориту та форми, перетворюючи кожну роботу у взірець нового погляду на кожний образ. Он великолепно точен в натюрморте, и здесь главным становится удивительная проработка тона, совершенство композиции, удивительно осмысленно подходит Шило к жанровым задачам и проблемам, хотя его натюрморт, как правило, приобретает типизированные портретные черты. И вот в этом отношении удивительно то, что этот художник и исследователь умеет сближать совершенно различные жанры и создавать вот такие циклы, серии, где каждая работа, несмотря на то, что она вписывается в этот цикл, обладает какой-то своей совершенно удивительной единичностью, уникальностью. Кроме прочего, вот хорошо видно, что за каждой из работ стоит определенная пластическая задача. И эта пластическая задача последовательно проведена внутри всей серии и в конкретной каждой работе. Решает ли он вопросы композиционного равновесия, тонального единства, решает ли он особенности в целом построения формы, но всегда вот сквозь фактуру, текстуру, всегда сквозь работу с форматом, с тональными отношениями, всегда проступает вот то шиловское начало, которое делает его работы, с одной стороны, очень ценным методологическим инструментом, потому что они обучают, и они учат видеть. А с другой стороны, делают эти работы ярким художественным фактом и фактом текущей художественной ситуации. Центральна зала виставки Олександра Шило присвячена натюрмортам з гіпсовими скульптурними постатями. Ці роботи Олександр коментує
з особливим захопленням. Я оказався в Римі в музеях Капитолія. Музеї Капитолія – це ті музейні збирання, де зібрані вот подлинники, вот эти, ті ж самі, так сказати, голови, тільки не гіпсові, а мраморні, вот, ті, з яких, собственно, ці гіпси как бы делались. Да? И вот я когда туда вошел, там так, там один зал вот императоры, там другой зал это философы и поэты, там, ну и так далее, да, то есть вот они таким образом собраны. Вхожу в зал, смотрю, они стоят на подиумах и прямо так вот друг рядом с другом очень плотно. Смотрю, знакомые все лица, так сказать, просто, ну, ну буквально родные, потому что вот все они были рисованы, перерисованы многократно вот в процессе, так сказать, обучения. И вот тогда оно и подумало, что вот когда вот эти самые, с этими гипсами работаешь, вот это, с одной стороны, безусловно, натюрморт, поскольку, ну, гипс, да, вот как бы мертвая натура в буквальном смысле, да, но с другой стороны, это же портреты. Портреты со своей психологией, со своими выражениями лиц, со своими жестами там, и так далее. Да? Ну и вот, вот оно сложилась вот эта серия, которую вот так я и обозначил – исторические портреты. Прихильники творчості Олександра Шило вже знайомі з його портретами. На виставці у Харківському художньому музеї експонується доповнений цикл «Молодіжних облич Харкова». Вот этот цикл, он возник, опять-таки, из обычного вот этого педагогического моего опыта, когда, ну, там, на третьем курсе у нас есть такое задание, вот мы пишем портрет. Ну, а портрет как пишется? Значит, вот назначается некая жертва, да, которая вот садится и позирует там в течение двух пар или трех пар, как получается. Вот. Ну, а все, так сказать, выстраиваются рядом и пишут. А я стараюсь вот эти занятия проводить в форме мастер-класса. С тем, чтобы не показывать вот на работах студентов, править их, а просто рядом вот становлюсь и показываю, как ведется работа, как ее, так сказать, вот от начала, от, ну, разметки, так сказать, вот фигуры в листе, да, и как ее, так сказать, вести до, ну, большей или меньшей степени, так сказать, завершенности. Пан Олександр багато подорожує. Природа для нього – постійне джерело натхнення. Його друзі з творчого об'єднання «Буріме» розповідають, наскільки прискіпливо, пристрасно Олександр Шило малює на пленерах. Куди б він не їздив, там Італія, Франція, Іспанія, Греція, неважно де. Він робив ці зарисовки, коли інші пили кофе, він за 5 хвилин, за 7 хвилин, може бути, мог что-то, какой-то вид изобразить. Притом у него своя такая была раскладушка, такая вот там акварель, все вот гуашь, акварель, в основном маленькие работы сделал. Это все равно, что если Чехов написал свое путешествие по Сахалину, то говорили, если бы он вообще ничего не написал, он уже был бы великим. Но он помимо вот этого написал, поэтому Шило можно воспринимать, если бы он ничего не сделал, а сделал только эти маленькие наброски, которые он и панорамы делал там по Криму і все. Тобто, якщо б не навіть маленькими роботами, він вже увійшов в історію. Як мистецтвознавець, Олександр Шило дуже талановито досліджує творчість сучасних митців. Сьогодні інтелект, ум, пам'ять, він покоряє світ і робить його добрим. Тому що те, що він робить, це, звісно ж, добро, яке він сіє. Лекции, которые он читает, они потрясающие. Он написал десятки книг, касающихся Репина, касающихся тех, которые положили свой талант на алтарь искусства. Неперевершеним є дослідження Олександра Шило, присвячене творчості нашого великого земляка Іллі Репіна. Огромный пласт исследования Александра Всеволодовича лежит в плоскости изучения творчества Ильи Ефимовича Репина. Он неоднократно посвящал свои исследования, статьи, монографии творческим историям создания конкретных картин, общей методологии художественной практики Репина и его учеников. И, конечно же, блестяще проанализировал ряд наиболее известных и наиболее хрестоматийных полотен этого замечательного, выдающегося мастера. И я удивлен. Почему до сих пор Шило Александр Всеволодович не получил премию Чуковскую
за вклад в область раскрытия художника, который достоин того, чтобы его вот таким образом. И Шило достоин тем, чтобы стать художником, который получает как ученый премию Репина. Творчість Олександра Шило – яскраве, неординарне явище у сучасному мистецькому просторі. Воно рятує суспільство від деградації і звертається до нас з надією, що ми зможемо його зрозуміти і тим самим збагнути себе самих.